полнейшую. Ногти эти. Ой. Ты заебешь, что заходишь, что выходишь. Боже, ну как не умереть в эту жару? Я не понимаю, что надо делать. Лайфхаки какие-то. Я сам снимал футболка. Все. Охуенно просто. Зайди чисто на эфир. Сука, мне еще камеренти покусали. Это... О, thank you for following me. Это пиздец, тут сидишь вот, вот так. Тут нету актива вообще. Я хочу у тебя фигурное. Что? Что? О. И хаваю мороженое. Ого, не, ну это уже, не, ну это уже люди более. Я понимаю, более. Тут уже вопросов, ну, тупо нет. Более, да, более. Чё ты не в эфире? Я вообще про Бигу забыла. Типа, пиздец. Так. Пяточки будут, да. Ты дома. Ну да, где еще? Где я могу быть еще в такую жару? Най. Ох. Бам. Бам, типа. Я закрыла все жалюзи. Я просто сижу под этим вентилятором. Просто помираю. Хм. Сердечек сколько? Где? Что где? Кто где? Это кто такие у нас тут? Ага. Поняла. Что-то кушать хочется, я не знаю. Я хочу пиво. Ничего себе. Фу, я уже, если честно, подарок беру. Это кому? Этот, что хотел сказать? Ой. Я уже перепила тут алкоголь, я не знаю, мне от него уже аж плохо. Каждый день сидр, алкогольные всякие, это, Джеймс, я не знаю, и так дальше. У меня даже сейчас в холодильнике лежит фрагалина. Не, не хочется. Вообще. Надо завязывать с этим делом, надо начать нормально питаться, потому что уже сколько раз я пытаюсь, и все через жопу. Думаю. Зато завтра я иду на одну классную закрытую тусовку. Это у меня, короче, выпускной будет в одной академии. Я училась на SMM-щицу. Короче, блядь. Там такое выпускное, у меня там Верка Сердючка нахуй будет. Ебаю. Под Верку Сердючку я уже все треки выучила.